вот вообще на конференции были удивлены приятно тому, что к нам оказался такой интерес со стороны американских агентов для публикации именно на английском языке для американских читателей. И вот Тамара тоже представила свои работы и тоже заинтересовала. У нее, ну, ее агент сравнил американский со Стафиевым. Я говорю, что это чем-то похоже некоторые моменты на Пришвина. У нее она очень хорошо описывает природу сибирскую, очень хорошо описывает быт тоже, интересный, колоритный быт.